Всем привет, дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. На вашем экране баннер со ссылочками на дружественные мне каналы. Переходите, смотрите, подписывайтесь. Подписывайтесь на мой канал, добавляйтесь, друзья, ВКонтакте. Также под видео находится ссылочка на одного очень хорошего продавца Викторинок. Продавец Ксения ВКонтакте. Отличные цены, быстрая оперативная отправка. Те, кому нравится ножи Викторинок, кто хочет что-либо приобрести, рекомендую перейти, ознакомиться с ассортиментом. Сегодня у нас на обзоре вот такой вот набор ножей. Вот, на ваших экранах вы видите его артикуль. Собственно говоря, тут три ножа. Вот такая вот упаковочка пластиковая. Давайте их достанем, посмотрим, что за ножи. Давайте. Собственно говоря, вот такой вот набор ножей. Вот этот нож у нас для нарезки томатов. Позиционируется такой вот серрейтерный, закругленным острием. Но я думаю, что он и с нарезкой хлеба будет хорошо справляться. В принципе, его длина 10,5 сантиметров, рукоять, ну, кухонная рукоять такая, достаточно удобная, в принципе. Вот эти два ножа у нас для чистки овощей, длина у них клинков 8 сантиметров, ну, в принципе, понятно, вот этот вот полусерреторный. Мне интересно, друзья, мне вот кажется, что все-таки плейновый вариант для чистки овощей будет более удобен. Не знаю, для чего нужен серрейтерный нож в плане чистки овощей. Кто знает, отпишитесь, пожалуйста, в комментариях. Ну, в общем-то, вот такой вот набор ножей. Здесь вот у нас, кстати, есть надпись Викторинокс на вот этих двух на рукояти. Тут почему-то такой надписи нету. Зато тут есть надпись Swissmade. Ну, в принципе, здесь тоже есть на вот этих вот ножах. В общем-то, два ножа с серрейтерами и один плейновый для нарезки томатов и два для чистки овощей. Хороший будет набор, знаете, к нему в дополнение взять еще хороший шеф-нож и при необходимости еще универсальный нож и какую-то овощечистку. И неплохой такой наборчик будет на кухню, друзья. В общем-то, вот у меня такая вот овощечистка. Ну, собственно говоря, подруге своей я подарю вот таким вот образом этот наборчик. Ну, а овощечистке расскажу в следующем видео. Ну, в принципе, неплохой такой набор. Ладно, друзья, на этом я с вами буду прощаться. Желаю всем всех благ, всего наилучшего. Спасибо за внимание и до свидания.